Дагестан оказался среди регионов лидеров по числу молодых мам, данные приводит Росстат. В республике за прошлый год родились 30 детей на 1000 женщин в возрасте от 15 до 19 лет. Меньше всего молодых мам в Ингушетии, Москве и Санкт-Петербурге. Специалисты отмечают, раннее материнство сохраняется в регионах, где к этому располагают местные традиции и культура.